В преддверии Дня независимости в Актобе чествовали майора полиции Юрия Хон. Рискуя жизнью, инспектор спас местного рыбака, который по неосторожности провалился под лед. За героический поступок полицейскому вручили благодарственное письмо от имени руководства Департамента внутренних дел. О героизме в наши дни в материале Елена Устимович. Аскар Тулебергенов попал в беду на одном из городских пляжей Актобе. Опытный рыболов знает, что летом здесь сильное течение, потому вода замерзает позже обычного. Зимой рыба стоит косяками в поисках кислорода. Именно в надежде на хороший улов мужчина пришел на пляж в тот день. Но открытие сезона зимней рыбалки чуть не стоило ему жизни. Пытался выбраться, не получилось. Тут слышу, кричат они, сотрудники полиции. Типа не шевелись. Подбежали, резко схватили, вытащили. Спасибо большое им, что помогли выбраться, довезли до дома. В тот день майор полиции Юрий Хон вместе с коллегой участковым инспектором Александром Бакшановым проводили здесь рейд против вырубки хвойных деревьев. Увидев мужчину в проруби, не задумываясь, бросились на помощь. Промедление действительно сказалось бы негативно в последствиях, да? Поэтому принятыми мерами, в принципе, незамедлительно необходимо было сделать, спасти его. Подползали на четвереньках, прошли, вытащили. Вот. Затем, значит, в автомашину, отогрели его. С начала года Юрий с коллегами спас 10 человеческих жизней. В большинстве случаев это любители зимней рыбалки. Любимое хобби для которых могло закончиться трагедией, если бы не вовремя подоспевшая помощь. 14 лет мы проработали, можно сказать, очень тесно. В любых сложных ситуациях, да, он проявляет чуткость человеку, отзывчивость. Я думаю, что в этот момент он не подумал, что сам может погибнуть. Ну, вот его такой вот чисто мужской, наверное, характер вот и проявился здесь. В прошлом году буранов зимой, в общем, гололед, бураны были, мы сколько людей спасали. Поэтому основная задача не только обеспечение прав, но и защита прав граждан и спасение людей от тех иных бед и подстерегательств. Поэтому в этом направлении наши сотрудники усиленно работают. За проявленный героизм на службе Юрий Хон получил благодарственное письмо от имени руководства Департамента внутренних дел. Между тем, чтобы зимняя рыбалка не стала чрезвычайно опасным занятием, сотрудники ДЧС области предупреждают, что лед еще слишком тонкий и выходить на него рискованно. Елена Устимович, Болат Молдагалиев, Актобе, 24 КИЗ.